Украины 2000 года. Имеет керн пожизненный под судьями СФАУ и по 1 и оценку отлично, отборный класс. Понял? Сейчас я пройдусь.
забирай. Куда? Уводи. Все, а ты снимай его. Сейчас. Снимай его. Все, вот его сейчас. Снимаешь. Спереди зайди его. Руби. Руби. Руби фон Лёрхенхайм. Руби, Руби. Ручки. Руби. Кара фон Хельштаттервапен. Отец Дариан Йоханнесберг. Кара фон Хельштаттервапен, дочь Дариана Йоханнесберг. Со стороны матери эта сука имеет происхождение известного производителя Гунда фон Тринсбахталь. Кара двукратный чемпион Днепропетровской выставки всеукраинской главной племенной, имеет дважды форцугли хаус лезе. Отборная отлично, двукратный победитель, чемпион Евразии 1999 года. Имеет пожизненный кёрунг Либенцайнт под судьями СФАУ. Теодором Лукбауэром первый кёрунг и пожизненный кёрунг Вильфред Шельд. ДНА, дисплазия нормаль, абсолютно легитимная собака в СФАУ. Трёхкратный ЦАЦИП, интерчемпион. Кара фон Хельштаттервапен. Shit.
выставлялась на главной выставке в Германии дважды. В классе молодых собак, в рабочем классе. Неоднократно участвовала в земельных выставках Германии и ряда других стран. В Китай и будет судить японец. Да. Тебя японцы ее заберут. Ты смеешься. Ты говно собираешь всякое по Украине. Шариков, когда он цена $200. Ты бери собак нормально. Нормально, наследственность. Они шаркуют. Деньги скоро кончатся, эти дурные в Китае. И в Китай будут привозить 2 человека собак. 2. Те, которые будут класс привозить, они говно. Думай немножко на будущее. Фас! Я тебе предлагаю материал. Супер материал. Ай, браво, Карочка, браво! Браво, Карочка! Ау! Бит! Бит! Или хватит защиты? Кусания хватит? Хватит, хватит. Голову и так ее снесли. Азур. Азур. Это чей? Кара? Не Кара, не Мизар. Угу. Да, да. У нас Мизар. А, нет. Ты знаешь, что это? У нас нет. У нас Денис. Игорь. Азур.
Украйненланд. Отец Варо фон Лёрхенхайн, мать Юка фон Лехталь. Происхождение собранной лучшей крови СФАУ. Карли Арминиус, Макс Логиадай Мерканти. Азур – победитель многих выставок разных классов. Юниора, класса молодых собак и рабочего класса. Азур имеет кёрунг СФАУ на 2001-2002 год. Проверку ДНА. Дисплазия нормаль. Снимок Германии. Собака, разведение этой собаки признана во всем мире кёркарта СФАУ. Азур, Украйненланд. Сильно не крути. Когда возбуждать надо, я же говорю, возбуждай собаку. Да, красиво. Больше не прыгай. Еще чуть заднюю. Хорош. Уши только. О. Выключи. Как туда? Не к нему, а от него. Штень! Бери мяч. Просто так. Брось его вверх. И пусть он. Брось вверх. Все, не трогай. С кобелем пусть он идет сюда. Зурчик, Зура, Зур, 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 З
Видно? Ну, конечно, видно. Возраст 1 год и 5 месяцев. Отец Апсо Фом Лехталь, мать Ока Фом Цвилинген. Аркадий, такие звуки. Никто не поймет, что ты там делал. Мягко. Я да не свиши, я не могу. Дохлую бомбу. Там же есть такие питомки. На выставке кусаются? Кусают. На выставке проверяют? Нет, в прошлом году в одном выставке кусали. На... Все кусались? Кусали. Все кусались? Нет. Конечно, там не, много собак, просто там... Года 5 месяцев собака. Ай, браво. Браво, Батушенко. Браво. Браво, Батушенко. Батушенко, браво. Бату. Бату, 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 бату. Ай. Канина Фом Лехталь, победитель юниорского класса главной выставки Украины 2000 года, 99 года, 5-й отборный класс под судейством Эрнста Рюкерта, судья из ФАУ, в 2000 году главной племенной выставки Украины. 2-е место в классе молодых собак, судья Маргит Ван Дорсен, судья из ФАУ в Москве. 2-е место. И, наконец, чемпион Евразии 2001 года в Москве.
Канин имеет дважды ЦЦИП, много раз ЦАЦ и много раз на выставках Best in Show была победителем первой группы ФЦИ и победителем Best in Show. Отец Кимбо Ком Мёнчберг, отборный класс. Мать Юка Фом Лехталь. Кёр класс 1. Судья Арно Хумбар Дрос. Дисплазия нормально в Германии. ДНА. Собака имеет кёрунг не в Германии. Канина Фом Лехталь. Яшин Фомдер Норисван, отец двукратной отборной ФАУА Германии. Лайф Фомдер Норисван, мать Кайка Фомдер Норисван. Шуцхун 2, Кёрклас Либенцайт, пожизненный. Первый Кёрн 2000-2001 года и пожизненный кёрунг под кёрмастером СФАУ Вильфредом Шельдом. ДНА, дисплазия нормаль. Яшин Фомдер Норисван, победитель Best in Show Украины 99 года, победитель Молдавии 99 года. 18-е Зергут в классе Югенд-классе. Оценка отлично. Темный. Просто походи с мячом. Хорошо.
посади его, подойди. Ему, чтобы видеть. Зиц. Нормально.